Wake up, с вами Вова Кэс. А, думали, я не скажу этого, а я скажу. Подписываемся прямо сейчас, прямо все, чтобы быть в курсе самых интересных моментов, сюжетов. И, конечно же, жмем на колокол, и, конечно же, ставим дизлайки, и, конечно же, ставим лайки, приятного просмотра и полетели. Настю Ивлееву осудили за ужаснейшие условия, в которых живет ее мать. Ну, началось. Дашу Каплан называют жирной. И с чем BTS поздравили Россию? Дора и Maybe Baby выпустили совместный трек. Пишите, как вам и кто из девчонок вам нравится больше. Руслан Кузнецов и Ила сообщили, что впервые посетили психолога. По словам Илы, они захотели научиться новым способам решать семейные конфликты и сложности. В комментариях пишут, что это первые звоночки к разводу. Даша Каплан станет следующей гостьей на канале Пушка. В пабликах уже разлетелись кадры со съемок, на которых Даша предстала в полный рост. А кого мы сегодня снимаем? Ля, какую красавицу! Вы просили, вы ждали, вот она на нашем диванчике. Но наша. Некоторые негодяи начали обзывать ее жирной и не понимают, почему она встречается с Юриком, который постоянно шутит над полненькими людьми. Уже сегодня Spotify официально запускается в странах СНГ. Салам алейкум, Spotify. Давайте вместе учить грустных россиян слушать и чувствовать великолепную музыку. Многие ждали этого очень долго, так как сервис зарекомендовал себя как лучший в своем роде. И с этим запуском Россию поздравили Кэти Перри. Congratulations to Spotify for launching in Russia. И группа, немало известная, не последняя, я вам скажу, BTS. Congratulations, Spotify Russia! Настю Ивлееву осудили за жадность. Недавно она показала квартиру, в которой живет ее мама и братик. Некоторые зрители шокированы тем, что мать одной из самых популярнейших блогер страны живет в ужаснейших условиях. Туалет очень маленький, скромный. Вот ванная, она тоже маленькая и скромная. Нет раковинки, котик есть, ванная. Да. Чтобы была горячая вода, ждешь, пока колонка зажжется. Мол, как она может шиковать, а мать даже хорошим жильем не обеспечила. Вот тут мы жили и не тужили, тут я скрабилась, щипала себе брови, брила ноги и шла на свиданки, да. Что думаете, обязана ли Настя купить мамочке новую квартиру? Ха-ха-ха, не ждали, а уже конец видео. Подписываемся, кто еще этого не сделал. Бах, дели, не полетели, новые выпуски, ба-ба-ба-ба-ба-ба, первые в курсе, первые в топе, лайки, не забываем ставить дизлайки, и, конечно же, я вам скажу, хорошо отдохните этим летом, не забывайте, не грустите, пейте компот, и всем пока!